Ну что, ловите еще одну крутую идею от меня сегодня. Это нереально вкусная закуска из самых простых ингредиентов. Так что быстрее сохраняйте рецепт, потому что вы обязательно это должны приготовить. Нам потребуется 400 грамм крабовых палочек, натираемых на мелкой терке. 200 грамм сыра на крупной терке, у меня сулугуни, можно взять любой. Теперь соединяем ингредиенты. Это крабовые палочки, сыр, немного зелени, одно яйцо, 5 столовых ложек сметаны, 2 зубчика чеснока, раздавленных на прессе, и 7 столовых ложек муки. Можно еще немного подсолить. Перемешиваем, и у нас получается вот такая смесь. Дальше мы формируем небольшие котлетки-крабовые палочки. Теперь взбиваем одно яйцо и для начала обваливаем в муке, затем в яйце и в панировочных сухарях. Все обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Это очень и очень вкусно, поверьте.